Ну вот я вырвался из Варны на просторы, на трассу. И пру на Мегане Рено французском со скоростью 110 км в час. Так вот, о блоге. Все время думаю об этом. Блог. Во-первых, мне нравится вести блог. Во-вторых, нравится, потому что интересно. Потому что ты можешь делиться искренне с людьми тем, что тебя волнует. Кто ты есть на самом деле. Блог — это, по сути дела, такая творческая биография, автобиография, то есть ты раскрываешься, каков ты. Можно с разной долей искренности говорить, писать о себе, но что бы ты ни делал, о чем бы ты ни говорил, какие бы материалы ты ни снимал, ни записывал, ты проявляешься как личность. И постепенно у тебя, если ты интересен, я надеюсь, что я научусь и буду интересен, постепенно у тебя появляется аудитория своя, люди, которые регулярно к тебе заходят, они привыкают к тому, что у тебя появляются какие-то интересные материалы, их надо посмотреть, они добавляются в закладки, короче говоря, автоматически получают рассылки, и у тебя пополняется аудитория. Чем больше трафик, тем ты успешнее, значит, тем ты интереснее. А теперь представьте, самый эффективный вид рекламы, как говорят специалисты, рекламщики, это заказная статья. Статья. Или когда известный человек, известный вам человек, которому вы доверяете, о чем-то положительно отзывается, и вам становится ясно, что надо покупать хорошие продукты, хорошие услуги, товар. Вот живая жизнь. Ну и плюс, ты можешь таким образом продавать любой товар или услугу, хороший, за который ты несешь ответственность, о котором ты говоришь искренне. Это раз. А во-вторых, тебя найдут люди, которые предложат тебе сотрудничество, потому что ты востребованный, твое слово для многих важно, и если ты будешь продолжать, то ты можешь получить огромное количество заказов на рекламу. А это большие деньги. И тысячи, и две, и три, и пять, и $10,000 в месяц. Ну и что? Ты просто живешь, просто самореализуешься. Единственное, что надо пополнять свой блог регулярно материалом. Вот и все. Вот такая идея. А плюс еще, если у вас будет такая видеостудия, как вот у меня, они же множатся, эти видеостудии, плодятся. Каждый человек, который через вас купит такую студию, а она стоит на год всего $100, приносит вам по партнерской программе 50. Два человека, и вы вернули свои деньги. И теперь еще очень важный момент. Люди ведь, глядя на вас, ориентируясь на ваш пример, начинают понимать, что они могут реализоваться в других видах деятельности, то, что их привлекает, то, что им интересно. И таким образом они будут наполнять свой блог материалами, а это значит, что они привыкнут, и они без него уже не смогут, а это значит, что на следующий год они пролонгируют его использование, а это значит, что вам автоматом снова $50. 10 человек — $500, 100 человек — $5000. 1000 человек за год, за два, за три, за сколько, неважно. $50,000. $50,000 в год пассивного дохода. Извините меня, это хорошие деньги. Подумайте об этом.